bebeğimiz olacak. Bu mutluluğu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Yani şimdi biz anne baba olacağız. Mucize gibi değil mi? Sen dünyanın en iyi annesi olacaksın. Sanki içimden böyle kanat çıkacak, uçacak gibiyim. Bir çocuğumun olmasını hep hayal etmiştim. İstediğimi biliyordum ama o kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmemiştim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан видит результаты теста, она плачет от счастья, а когда она рассказывает об этом барану, баран становится очень счастливым, испытав временное потрясение. Когда Дилан сообщает барану, что у нас будет ребенок, они оба в восторге. Они крепко обнимают барана Дилана и немедленно идут к врачу. Пока Дилана обследуют, он не может сдержать слез. Пока Бэрон говорит спасибо за то, что подарил мне это счастье, Дилан спрашивает барана, так теперь мы собираемся стать родителями, верно? Бэрон целует Дилана в лоб и говорит, ты будешь лучшей матерью в мире. Затем они приходят в свои комнаты и делятся друг с другом своими чувствами к малышу. Дилан рассказывает Бэрон о своих чувствах, как будто собиралась вырастить крылья и полететь. Бэрон говорит, я всегда мечтал о ребенке, я знал, что хочу этого, но никогда не думал, что буду так взволнован, и целует Дилана в лоб и обнимает его. Пока Бэрон ласкает живот Дилана, Дилан спрашивает барана, как ты думаешь, на кого будет похож наш ребенок? Лицо Дилана становится кислым, когда вы говорите, что баран должен выглядеть как вы и выглядеть так же красиво, как вы, но не быть упрямым, как вы. Затем, пока все находятся в кабинете, приходит Джавахир и говорит барану, что я пришел позвать мисс Дилан обратно на работу, в то время как он и баран обмениваются взглядами. Обнимая Дилан Бэрон, я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Теперь внутри меня совсем другая сила. Я очень тебя люблю, говорит она барану. Пока они сидят на кровати, Бэрон ласкает лицо Дилана и говорит, я тоже тебя люблю. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.